Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Роли Гейм Онлайн. С вами Росси, и сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Утук Опустошение. Игра вышла 27 февраля 2021 года, то есть относительно недавно. Возможно, из вас кто-то ее уже видел, кто-то нет. Она продается в Стиме и на других платформах. Это тактическая подшаговая игра с элементами фэнтези. В общем, давайте вместе будем с вами смотреть, что это такое. Я в нее не играл. Вот при вас, как бы, в первый раз. И посмотрим, что она себя вообще представляет. Значит, Уртук-жрец, или же метатель, или страж, кровопускатель, охотник, ассасин, оружейник, бронник, монах, пехотинец, берсерк, копейщик. Боже, сколько тут выборов. Жрец. Давайте изначально был жрец, да, пусковой жрец. Это что такое? Можно что-то почитать? Понимаю. А, жрец. Персонаж исцеления и поддержки. Восстанавливает свое здоровье, упиваясь павшими врагами. Дальность перемещения 4. Экипировка посох. Максимальное поглощение мутагенов 1. Так, хорошо. Это что, страж? Страж у нас кто? Защитник, блокирующий атаки. Отличная поддержка для союзников на флангах. Дальность перемещения 3. Экипировка шлем, меч, щит. Максимум мутагенов 3. Берсерк. Универсальный боец первой линии, яростный и быстрый воин со своим гигантским топором. Хорошо, состав отряда. Играет за болотника, разбогатит, когда вы перетянули прогресса. О. Так, хорошо. Я бы, не знаю, бы жреца не брал бы, я бы взял бы кого-то... Ну, страж, пускай это будет танком, да, грубо. Что пехотинец у нас? Сильный и тяжело бронированный солдат используется для блокировки противника. Пехотинец. Ну, тоже такой неплохой вариант. Монах. Проворный, сосредоточенный на защите персонаж, способный начать прыгать на себя. Провокатор, грубо говоря, да? Бронник. Мастер своего дела, скучен в работе с любым щитом. Нет. Кто еще? Оружейник. Ассасин. Ну, это тихий, быстрый, смертоносный. Может атаковать и разным ударом, но иногда уязвим. Еще кто? Охотник. Персонаж дальнего боя, стреляющий из арбалета с разрушительными бронебойными возможностями. Может окличить и обездвиживать врагов. Еще предметы, легкие ноги, можно всякие там штуки сделать, да? Давайте. Метатель это кто? Персонаж дальнего боя, который бросает дротики по довольно высокой дуге. Значит, возьмем метателя. Одного охотника, наверное. А здесь возьмем какого-нибудь танка. Пехотинца. А, так. Провизатор. Предмет для мутагенов. Добавляет черту. Провизатор. Когда фокус достигает максимума, фокусное умение персонажа применяется к нему самому. Талант. Притяжение максимума фокуса дает критический удар для следующей атаки. Это возьмем. А сложность исследования. Для игроков, не имеющих большого опыта в тактических RPG, но все же достойных испытаний, приключения для опытных поклонников тактической RPG, те, кто играл очно. Нет, ну, давайте будет исследование. Мы как бы просто смотрим. Сколько их можно взять, этих мутагенов? Кучу. Так, что здесь? Утомляющий крит. Добавление черту утомляющий крит. При критическом неблокированном попадании уменьшает скорость цели. Критическое ускорение. При критическом попадании по цели персонаж получает при 20% скорости. Прикольная тема, наверное. Добавляет удар по артерии. Вызывает протечение цели. Хорошо. Все, три. Ну вот три как бы возьмем. Старт. В режиме железной воли ваш прогресс будет сохраняться автоматически. Ручное сохранение невозможно. Ни за что. Будем сохраняться, хотя, ребят, будем откровенно, мы поиграем полчасика, может даже меньше. Как у вас дела, кстати, пишите ваши комментарии, что нового, во что играли, во что не играли. Так, в мрачной тюрьме, незабываемый санаториум. Далее. Глубоко под землей, далеко от света. Безумный алхимик проводит эксперименты на невольниках. Здесь, в этой зловещей яме, начинается история Уртука. Многие годы Уртук был прикован к рабочему столу алхимика. Но в этот день удача повернулась к нему лицом. Свирепые удары. Тяжелая тюремная дверь содрогается в проеме.
Это Элдрик, друг Уртука. Господи, можно будет У его называть, потому что для меня слишком что-то тяжело это читать, потому что эти эффекты, наверное, из мира выше. Элдрик кричит: «Я принес оружие! Берите скорее! Поспешите, их слишком много, нам не убить их всех!» Но уже поздно. Стражи санаториума уже призваны. Загрузка. Вы можете использовать клавиши 1-9 для использования умений. Итак. Метатель Утук, благодарю тебя за спасение, Элдрик, однако ты серьезно ранен. Защитник Элдрик, не беспокойся обо мне, давай просто покинем это место, нужно идти на восток. Защитник Элдрик, вон туда, там мы будем в безопасности. Восток такой близок совсем. Нужно только убить этих двух охранников. Итак, рисовка, кстати, прикольненько. Напоминает, если кто-то когда-то играл в Темное подземелье, там тоже надо там ходить, вот точно такая же рисовка, примерно такая же. Итак, введение, привет, я ваш военный советник, проведу вас по игровым механикам. Давайте начнем с интерфейса. Камеру можно передвигать в SD, у меня персонажи в клетку появляются, ясно, хорошо, дальше. Я это подвигал, значит, этот наш воин, ага, сначала ходит у нас охотник, да? Охотник стрелять не может, давайте его передвинем. Левой кнопочкой «Продвигать». Ага, конец хода. Обычно, если у вас персонаж выполняет какие-либо действия, например, атаку, то его очередь автоматически заканчивается. Однако, если вы не хотите предпринимать никаких действий, вы можете закончить ход, используя ожидание. Это немного повысит его скорость, и персонаж будет действовать раньше на следующий ход. Чтобы активировать ожидание, нажмите на кнопку «Ждать» в нижней части экрана. Ясно. «Ждать». То есть пробел. Так, это наш метатель. Тоже пущай ждет. И наш воин. Ну, понятно, сюда его. Ждать. Так, стрелять уже могу. Некоторые элементы снаряжения, такие как кольчуга, шлемы и щиты, имеют атрибут защиты брони. Защищенные таким образом персонажи получают только половину урона. И сводит ее на нет негативный статусный эффект. После каждой атаки защита брони уменьшается. Ну, понятно, короче. Каждый элемент брони имеет значение защиты. Ясно. 100% шанс попадания, урон 77, стоит 80. Ну, огонь. Блять, его просто разорвало. Преимущество высоты. Хорошая работа. Вы воспользовались преимуществом высоты и нанесли урон с припавкой. Существует также штраф. Ну, понятно, если мы будем ниже, то он этот. Ясно, хорошо. Все, собственно, передвигаемся дальше. Ожидание. Ожидание. Опа! Засада. Засада на мимо. Ожидание. А ты можешь стрелять? О, можешь. 0% шанса попасть. Тоже 0%. Перезапрыгивать мы тоже не можем. Ожидание. Ждем. Тоже кидать в него не могу. Двигаемся дальше, ждем. Вот он вышел. Атакует нашего раненого друга, израненного. Не могу понять. А, я не могу стрелять, потому что я нахожусь слишком низко. И тогда двигаемся туда. Ожидай просто. Тоже стрелять не могу. Может, если где-то отсюда. Траектории, скажем так. Ну, тоже ждем. Попал в броню. Опять же, стрелять не могу. Ожидаем. Короче, если будем ожидать, пускай наш кореш справляется. Вытолкнул его. Еще и ранил. Падение с высоты. Ждем. Ждем. Этого надо будет примерно сюда вывести, чтобы он начал стрелять. Короче, видите, очень многое влияет. А все, он сам справился.
много влияет ландшафт. Ландшафтность очень много влияет. Так, ваше путешествие начинается. Под именем Уртук вы были заключены глубоко под землей в санаториуме. В течение многих лет продажные алхимики проводили омерзительные эксперименты с вашим телом. В результате вы перенесли ужасную мутацию. Теперь, наконец, вы сбежали из подземелья и должны предпринять опасное путешествие в поисках снадобья для излечения вашего недуга. Вы не знаете его точное местоположение, поэтому вам нужно будет искать улики в деревнях после того, как вы их захватите. В этих бесплодных землях вам придется пробиваться через группы мусорщиков, разношерстных бандитов, негодяев, скрывающихся в засадах на неосторожных путешественников. Кроме того, помните, что лекарства, необходимые для лечения ранений, встречаются крайне редко. Некоторое количество можно купить на черном рынке. Понятно. Вот. Вот он я, вот тут узники, говорят, что образованы на Владивостоке, только отсюда выходцы, из других земель. Некоторые торговли. Давайте мы туда отправимся. Посмотрим, что здесь. Узники. Что-то не так с этим заброшенным лагерем. Вот, сказать, на бежевую готовиться. Трое узников. Это может быть довольно рискованно, там приписать несколько мусорщиков. Сложность легко. Атаковать. Итак, расстановка. Вы можете развернуть до 6 персонажей на поле боя, разместив их непосредственным белым клеткам. Чтобы убить персонажа. Понятно. Давайте его ближе. У этого будет штраф кидать, конечно, ну ладно. Начать битву. Попробуем. Так. Что мы? Стрелять мы... А, вот 25%, чтобы не его стрельнуть. В этого мы не попадаем, да? Шанс поп... Ну, давайте попробуем. Не попал. Попытка была. Здесь, блять, ну надо будет менять позицию вот так. Так, можем кидать 100% попадания. У этого щит есть. У этого давайте. Мы сразу бросаемся на амбразуру. Сразу же. Так, зона контроля. Ваш персонаж вошел в зону контроля противника. Все клетки, прилегающие к врагу, находятся в зоне его контроля. Однажды, вступив на них, ваш персонаж не сможет двигаться дальше. Обратите внимание, что дальнобойный, оглушенный или паникующий персонаж не имеет зоны контроля. Понятно. Хорошо, ну, зона контроля. Атака. Блять. Ну, видите, неправильное мое расположение изначально уже дало о себе знать. Хорошо, что у меня бронированный наш тип. 38, 25, потому мы не попадаем. Этого валим. Блять, вот это бестолковый мой этот уртрук. Контрудар. Есть такое дело. Рубит, беспощадно рубит моего. А моего почему-то контрудар нема. Бесполезный лучник. Он все равно контрудар делает. Блять, надо его добить. А тот заходит в спину или прячется, пока не могу понять, что он делает. Надо тебя выводить. Теперь надо пытаться этого закидывать. Кажется, что-то еще пока далеко. Броненька моего так нормально лупасят. 25. Ну, 25, с моим везением, 25 для меня вообще не показатель, конечно. А, он слабый, мягкий. Тычки. Ну, все, это минус. А, нет, еще и выжил. Обалдеть, еще и выжил. 50. Тоже не с моим процентом. Что, в своего попал, что ли? Надо уводить. Максимально пытаться его вывести. Все, минус. А жаль. Ранение. Ваш персонаж пал. Если ваш персонаж пал в бою, то он получает ранение. Раненые персонажи смогут участвовать в последующих сражениях, но если они будут подвергнуты второй раз, то они умирают и уходят навсегда. Вы можете залечить раны вне боя, используя лекарства на ранее от управления, на экране управления отрядом. Понятно.
смерть лидера. Ваш лидер пал. Его ранение можно вылечить, но если этого не сделать, то в следующий раз, когда его ранят, будет конец игры. Понятно. Значит, надо было его не выводить. Добивай. Кровь и кишки. Победа. Тяжелая победа вместо обеда. Работорговцы планировали провернуть здесь свои гнусные дела. Но вы нашли узников и даровали им свободу. Один из них согласился присоединиться к вам. Серебряный арбалет. Понятно. Так, боевые трофеи. Серебряный шлем. Жизненная эссенция. Триллиум. Извлекаемые мутагены. Извлечь можно вот успешно. Выберите, кто присоединится к вашим отрядам. Страж. Ассасин. Кровопускатель. Легкий, смертоносный, непроизведенный в ходе врага и флангов. Тихий, быстрый. Кирши атаки, отличная поддержка до сегодня на флангах. Ну, его, наверное, возьмем. Так, где мой отряд? Или вдруг надо его подлечить? Появится через 4 дня. Железный дротик. Железный... Так... Железный арбалет. А мы можем тебе серебряный арбалет дать. Хоть ты дурачила, ни хера не можешь стрелять, но хотя бы так. А, шлем. Шлем это мы можем одеть вот на этого. Железный 85. Во. Сделаем из него 64-85. Давай тебе вот так хотя бы сделаем. Дальше, дальше, дальше. Что у нас здесь есть? Угу. Кровотечение. Давайте вот ему мутаген сделаем такой. Он всех рубит в ближнем бою. Так, при следующем смертельном попадании персонаж выживает в разы, если у него есть оружие ближнего боя, то наносит удар. А, для обычного это какое-то фокусное умение. Что здесь? Уровень мутагена 10%. Так, аркировка позволит вам менять местами союзников несколько раз в зависимости. Нет, не интересно. Критическое травление. При критическом неблокированном попадании травляет цель. Где наш там лучник? Талант. Ну ладно, это мы тебе сделаем. Да. Хорошо. На этом и порешили. Легкие ноги. Ему будем легких ног добавить. Все. Тут все понятненько. Лечим. Так. Группа солдат была отправлена для уничтожения мусорика к востоку от вас. Однако разведчики сообщают, что те не справились с своей задачей и пытаются отступить. Легко. Давайте попробуем. Поможем. Поможем солдатам. Я же думаю, это солдаты, а где мусорщики? Мусорщики, да? Раненый. Метатель. Оставим его там. Так. Стрелка здесь. Этого сюда. И этого. Вот так. Начать битву. Так, они жаждут нашей смерти. Пожалуйста, помогите. Я повредил ногу, но я постараюсь добраться до вас. Удерживайте врагов подальше, пока мы перебираемся. Хорошо. Хорошо. Так. Что, ты можешь туда стрелять? Нет, не можешь. Давай тебя выведем сюда. Сюда вот прям я хочу, чтобы ты поднялся. Понятно. Все ясно. Ожидай. Ты можешь далеко кидать, да? Ждем, ждем, ждем. Вон они, мусорщики нападают на солдат, но у них есть бронь. Опа, рокировочка такая пошла. То, наверное, как я понимаю, ассасин. Ассасин. Так, что там у нас? Ну, так далеко он, конечно, стрелять не будет. Пропускаем ход. Ты можешь стрелять? Тоже не можешь, да? Пропускаем ход. Так, ну а что? Этих тогда выводим на передовую. Ожидай. Будем их встречать, так сказать. По мере возможности.
Арбалетчик выходит, выстрел. Щит. Пошел ассасин. Щит. Ящик. Отходят ребята. Отходят. Пытаемся их им помочь. Ладно, давайте передвинем его сюда, нашего этого стрелка. Выстрел из арбалета. 100%. Начинаем шпиговать ассасина. Видите мне, что это понизить участок. Ну, отсюда, к примеру, ты сможешь кого-то уже кидать? А не дротика. Нет, далеко, наверное, как я понимаю. Да? Да, далеко. Ну, ждем тогда. Что, выходим? Нет, давайте будем их тут оборонять. Закрываем их. Выстрел в моего арбалетчика. Размен пошел. Хорошо, не дошел до нас. Это уже радует. Так, ну ты уже должен мочь кидать. Не можешь? А почему? Что мешает? Хорошо. Если движение, давай мы тебя переместим вот сюда. Метка ассасина. Быстрый руки, дуэлянт. Ладно, жди. Надо его снимать, чтобы он не дошел до нас. Вот так. Еще передвигаем сюда. Еще даже атаку можем делать. Ну, это так не атака, а чисто так коцнули, скажем так. Давай. Тычки. Выводим тебя сюда. Что там, ты можешь кого-то кинуть? Ничего не можешь. Ну, завершаем тогда. Опа, не убежал. Выдохся. Каждое умение требует выносливости для использования. Выносливость восстанавливается. Нажмите кнопки ждать, восстанавливается выносливость 100% быстрее. Понятно. Что тут у нас? Стрелять мы пока мы не можем, как я понимаю, да? А нет, можем вот этого добить. Будь знать, как с нами связываться. Черта достижения разблокирована. Массовый убийца. При убийстве врага получает 35 к скорости. Так, черта достижения. При определенных условиях действие вашего персонажа может вызвать то, что называют чертой достижения. Обратите внимание на то, что необходимо сделать. Понятно. Ясно. Еще сейчас закрываем его тут и забиваем его, как козла. Так ты выдохся, да? Некогда тебе выдыхаться. Надо валить их. Оп. Не уйдешь. Я выдохся, хорошо. Этот так все в тупую пытается мимо, пытается догнать наших воинов, которые бегут. Нет, мы тебя не отпустим. Падло такое. Если побежит, то может выведем сюда, попытаемся выстрелить. 100% попадания. Оп. Это было легко, ребятки. Это было легко. Один из выживших. Вы привели нас к спасению, и под вашим началом никто не погиб. Один из наших братьев, Страж, выдавил лучшие времена. А, видовал, ну да. И пожелал покинуть наш отряд, чтобы присоединиться к вам. Удачи вам, друзья. Остальной. Ага, понятненько. Что тут пытаемся извлечь? Ну, это тактическое мне нравится. Успешно, хорошо. Закрыть меню отряда. Еще 3 хода он у нас будет болеть. Может, кипим другому таген с таким же свойством. Ладно. Давай тебя я тогда сюда. Вот так. Тактический мутаген. Урон 81, а у нашего 62. Во. Он у нас хорошо себя показал.
Поэтому мы его перевооружим. 85-64. Ну, как-то так. Давайте, ребятки, наверное, еще один бой. И на этом, наверное, закончим. Что здесь? Здесь ничего нет интересного. Группа враждебных чудовищ. Размер группы защитники деревни. Может быть, захвачено. Доход 7 плоти в день. Ну, давайте, попробуем. Пока сюда. Путешествие вы не раз слышали разговоры о секретном входе в огромную болотную пещеру, расположенную в одной из деревень. Мы не должны пускать из виду поиски этой деревни, потому как снадобье, которое ищет Утрик в этой зоне, скорее всего, мы не найдем. Что здесь? Неподалеку отсюда наемник по имени Интрл был нанят какими-то простолюдинами, чтобы убить одного из лидеров группы мусорщиков. Однако он не справился с задачей, и теперь эти разбойники преследуют его. Ему помогают несколько друзей, но похоже, что они долго не продержатся. Сложность нормальна. Ну давайте, сложность нормальна, и на этом закончим, да? Сейчас повоюем еще с ними. Поможем им. О, ну тут так уже будет поинтересней. Трик. Вы нашли меня, отлично. Пожалуйста, убейте этих тварей. Меня наняли прикончить их предводителя, но я потерпел неудачу. Теперь из-за раны не могу сражаться, а мои друзья не в силах противостоять врагу. Если я выживу в этой битве, то предложу вам свои услуги. Мы уже установили несколько ловушек, они представляют опасность только для врага. Но ваш отряд может спокойно пройти по ним. Хорошо. Ну, как я понимаю, стрелять я, блядь, никуда не могу, да? Да. Да, значит, надо раскидывать медвежьи капканы. Мы их сделаем чуть-чуть подальше. Пока ждем. Ну. Ты можешь кого-то зашпурнуть. По идее, он должен кидать далеко. Я не могу понять, почему. А, дальность 3. Минимальная дальность 1. Понятно. Ждем. Ждем. Передвигаем пока так. Ждем. Пока сюда. И тоже ждем. Так, что там у них? Значит, ассасин 1. Дальних я у них не вижу, поэтому у нас будет небольшое преимущество, если я нормально стою в стрелках повыше. Ни хрена себе. Вот это врыв. Блять, надо пытаться его стрелять уже. 38% не в моем случае. Давай сразу, короче. Блять, что ты делаешь, Денис? Блять, что ты делаешь? Это ж не тот совсем. Еще контрудары в броню. Тупанул, блядь, сильно тупанул. Толчок, оттолкнуть врага на 2 клетки. Не могу оттолкнуть. Толчок и движение тоже не могу. Защита союзника. Вот этого дурачка надо защищать. Ожидаем. Ай-яй-яй-яй-яй, еще кислотой отравили. Короче, если сейчас умрет, это будет конец задания. Конец игры. Ой-ой-ой, хорошо прорядил, но не спасает. К сожалению. Не спасает. Этот дурачок с топором рубит страшно. 100%, короче, умри. Внимание, опасная местность на пути. Рокировочку, оп. И получи. Хорошо, выдвигаем наших воинов вперед. Ждем. Атака. Надо было его оттолкнуть. Ладно. Возможно, получится его настрелять издалека. Ловушка сработала, обездвижим. Пошли они, короче, на нашего латника. Ловушка сработала, обездвижен. Блять, крит жесткий выскочил, поэтому его нахуй. Оглушили.
Ну, это тоже с топором так неплохо рубашит. Так что здесь 25. 25 стрелять это, блядь. Капкан. Кину туда хотя бы. 100% выстрел, давай сделаем хоть щит ему немножко сбить. Ожидаем. Так, наш этот дурачок, давай. Ну почти. Давай его добьем. Так. Рокировочка, невозможно поменяться местами. Давай тогда, с этим тоже нету смысла, тот ранен. Толчок. Толчок мы не можем сделать, да? Ладно, рокировку. Конечно, было идеально было этого монаха защитить, но ладно, не смогу это сделать. Латников пусть бьют, у них брони много. Ага, монах пришел в себя. Все, этого мы спасаем уже, грубо говоря. Там щит. Уходим сюда. А так. Пички. Он уже завязан. Минус монах. Ну, ребята. Не смогли. Не смогли мне портануть. Минус. Отлично. Так, защищаем. В любом случае защищаем. Может, давайте его толкнем на две клетки. Вот так вот пошел отсюда. Так. Закрываем вот этого. Берем стычку. Так, что там у нас? Надо вывести нашего этого. 100% попадания. Раз. Уже хорошо. Готов. А, тут бронь. Беги. Капкан кинул. Да нахер ты своим капканом. А, даже так. Ну, в принципе, неплохо. Давай я тебя закрою. Еще раз его оттолкну отсюда. Так. Давай ты вот с этим. Не можешь, да? А если так поменяться? Так вот. Как тебе, а? Такой поворот событий. Выводим его сюда. И вот так. Получи, фашист, гранату. Обходим его сзади. Нет, ну просто рокировочку. Сюда выводим. Огонь. Хорош. Масса убийца 3 из 10. Смотрите, он прям сам направляется. Меняемся. Заходим и... ебашим ебало ему. Баба! Критический удар, отлично, выстрелили критический удар. Все это происходит. Когда это происходит, могут сработать дополнительно негативные эффекты. Шикарно. Ребята, это победа вместо обеда. Отличная игра. Мне нравится. Но проходить, конечно, я ее не буду, но мне нравится. Так, извлечь это что? Критические попадания. Пробить броню цели. Хорошая тема. Это бы на лучника закрыть. Вот такая, в принципе, вот игра. Не знаю, мне понравилась. Можно было бы в нее посидеть, поиграть, но не с моими тактическими знаниями. Я надеюсь, вам тоже понравилось. И вы подпишитесь на канал, поставите лайк или дизлайк, оставите комментарий. И всем пока, до скорой встречи. Берегите себя.